Всем добрый день, всем доброе утро. У нас сегодня 2 ноября. У меня сегодня день рождения. И, как всегда, у меня такой подарок. И, как я и говорила ранее, ко мне приехали вот такие неприятные гости в виде соплей. Чувствую себя не есть хорошо. Но, тем не менее, таблеток напилась. Сейчас выпью витамину. Вот. Диана мне с утра подарила подарок. Сейчас я вам покажу. Сама там что-то придумала. Вот, заказала. Правда, через меня, через мою карту. Даже я получила этот подарок. Привез этот курьер. Но я человек честный. Она попросила, ты не вздумай, ты не открывай. Я говорю, ну, Диана, ну, конечно, но не вопрос. И поэтому он там недельки две лежал, ждал этого события. Я сейчас вам покажу. Вот. Какие планы на сегодняшний день? Да, в целом никаких. Может быть, если я себя буду чувствовать хорошо, ну, нормально, скажем так, тогда, может быть, куда-то сходим там или поужинать, или просто там чаю выпить. Несмотря на то, что я тортик там сделала, сейчас я его еще доведу до ума, вот. Украшу. Ну, не знаю, как украсить. Короче, у меня там пошли излишки кремовых начинок. Поэтому как теперь украсить? Ну, короче, думаю. Сейчас я этим займусь. Ну и покажу вам подарки. Вот такая вот коробочка. Красивая, с котиками. Она говорит, можно было выбирать. Почему я это выбрала? Не знаю. Вот. И здесь у нас такой наборчик. Здесь вот такой вот фотоаппарат, потому что мама Алла постоянно с камерой. Понятно, намек понят. Дальше вот такой вот кофе. Ну, Дианка знает, да, что мама любит чай, кофе. Ага, вот такой вот. Вижу, что здесь не турецкий, а вот написано «Колумбия». Вижу даже, вот чувствую, что он такой крупный. То есть однозначно не турецкого помола. Шоколадка здесь идет в этом наборчике, придуманном Дианой. Дальше вот такая подставочка под кружку. Потом здесь у нас вот такая вот открытка. Вот. И вот пожелание от Дианы. Конечно, это меня это удивило. Она меня... Я так отложила, я думала, это какая-то реклама, если честно. Тем более здесь вот видно название этого магазина. Она мне говорит, а ты почитай. Я говорю, что серьезно? И вот такое вот пожелание от Дианы. Блин. Вот. Синячок с веером в конце. Диана. И вот, естественно, к этому кофе вот такая вот очень аккуратная, тоненькая. Сейчас я вскрою, покажу. Ну, я тут уже, конечно же, все это дела уже вскрывала. Так. Вот такая вот кружечка, такая нежная. И к ней такое вот здесь блюдце. Сейчас открою. Вот такое вот блюдце. Так вот это вот выглядит. Вот так. Ну, молодец, Диана. Это все она за свои деньги. Не знаю, сколько это стоит. Но все она вот это вот сама выбрала, сама организовала. Свои деньги вложила. Вот так вот. И вот только что мне привез курьер. Это тоже подарок от Маши из Хатая. Вообще так мгновенно, за 24 часа курьер примчал. Я совершенно его не ждала, я думала завтра. Дверь у меня звонит. Думаю, блин, кто это, что это? Смотрю, на телефон звонит. А это, оказывается, курьер. Понятно? И здесь у нас вот что-то это корейское. Может быть, маска или крем. Короче, мне надо почитать. Маска. Вон написано маск. Так, маска. Вот такая вот. Класс. Мне как раз нужна была. Я думала, что мне нужно купить. Вот такая вот маска. И вот этот коллаген, который она мне до этого тоже отправляла. Я ей сказала, что ну, он реально классный, бомбовский вообще. И вот такой вот коллаген. Вот такой вот.
Так, брызгаешь так на лицо. Конечно, он волшебный. Тоже это Корея. Это вот такой вот. Класс, супер, боже мой, спасибо большое, Маш, за подарки. Ну и вот эта приправа. Вот эта приправа мне очень-очень понравилась. Это она говорит, я тебе положила тоже. И вот такая вот. Вот, вот такие вот подарки. Так, смотрите, вот такой вот у меня получился. Вот этот крем немножко жидковат, потому что он не отсюда. Он, видите, оно уже пошло течь, блин. Но вот этот хороший, потому что он на масле. Вот так вот. Все, холодильник. Сегодня, наверное, буду вам тут хвастаться все видео. Видите, это муж мне подарил такой букет. Вот здесь у нас лилия, розы. И еще тут какой-то, типа, я не знаю, что за цветок. Вот такой вот. Такую вот коробочку, там пожелание. И я, у меня остались начинки. Мне очень жаль, потому что они очень вкусные. Поэтому я решила сделать еще капкейки. Вот, у меня получилось сколько? 6,6, 12. И я сейчас ставлю. Духовка у меня уже разогрета. Минош у меня там воду пьет из-под крана, если слышите, она шумит. Это Минош пьет. Вот, так что я заставляю. Ну, потом уже это, дай бог, подойдут. Ну, подойдут. Чего им не подходить? Что это? Яйца, ну, как бы все нормально. Ладно, покажу результат. Все, смотрите. Все получилось, все взошло. Я даже еще тут, я стала переживать, что она сильно поднимается. Думаю, господи, дружок, не надо мне расти вверх. Короче, вот. Сейчас они простынут. Все, да, серединку я здесь извлекаю. Туда добавляю конфи. И делаю шапочки. Вот, у меня здесь после моих всех приготовлений. Робот, конечно же, работает. Челеша хочет выйти. Выходи, Мася. Побежала, побежала. Минош на посту. Непонятно зачем. Охраняет. Охранник. Короче, что? Рюзгер тут у меня, конечно, выпрашивал еду. У него закончился его корм у Ринери. Мы с Дианой приняли решение не покупать. И чтобы он был уже на, ну, на всех, как вот это, на кастратском корме. Вот, чтобы он был на кастратском. Ну, куда ты? Нет, ты мне не надо. Мне надо кухню. Блин, телек мне помешало дверь закрыть. Вот. Ашкым уехал. Да, не сказала я вам, что не показала, потому что у меня там торт был, он собирается. Я тут с этим тортом вожусь. Господи, аж мне кажется, на лбу что ли что-то липкое. Короче, он поехал к ветеринару, спомог. Не знаю, как там, что там, что там будет. Но будем надеяться, что что-то ж сделают. И очень хочется, чтобы это был последний раз. Кто-то из подписчиков сказал, что необходимо удалить все зубы. Честно, не знаю. Я уже не знаю, что делать. Мне ее тоже по-своему жаль. Потому что она бедная за это все время. Что тут? Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Только начался, да? За 4 месяца кошка столько антибиотиков приняла. Это просто немыслимо. Вот. И уже сколько? Второй, да? Вот это у нее будет второй наркоз. Ну, это вообще. Я же говорю, надеюсь, что все будет хорошо. Да, Миношек, дружочек мой. Давай мама здесь откроет, потому что... То я закрывала, потому что здесь было сильное солнце. Я чем-то занималась. Боже, Челек, осторожно. Мне порой кажется, что этот дом какой-то как картоновый. Я не знаю, почему. Я вчера работала, и ребенок снизу... Ну, я так понимаю, что снизу, вот как оттуда, снизу звук шел, голос. Боже, как раскапризничался. И он как стал ногами тупотеть. А-а-а! Ну, все, дом стал прямо шета, содрогаться. Вот у меня такое чувство было. Ой, встретились, друзьяшки. Они дружат, дружат.
несмотря на то, что иногда члек его там это может, да, Миношек, может члек тебя немножко. Но Минош все прощает, он очень добрый. Всех любит, скажи, я всех люблю, да, всех прощаю, всех люблю, все мои друзья и братья. Ну, конечно, самый главный друг и брат – это Рюскяр, это понятно. Да, вот по мамчик приехала. Наса, у Янды Мэшка. А, Масечка. Не трогай. Может, ее в кошелку положить, или она будет выбегать оттуда. Ля, глаза прям стеклянные. Помнишь, как мы вот ее промаргивали? И сейчас точно на такие... А, приехал мой муж. Устал, конечно, потому что это, блин, клиника. Черти где. Минош, пожалуйста, пока что давай я вот, смотри, я вот так возьму и поверну. Все, мазь. Чтобы ты туда не лазил. Потому что, ну, мне нужно помыть, но сейчас я это делать не буду. А, Челюш. Так, вот такой вот, видите, в разрезе получился красавчик. Красавчик. Там еще у нас вон, баклава. Мы с Дианкой по шмарту нарезали. И капкейки. Короче. Ешь от пуза. Ну вот бисквит все равно, видите, какой суховатый. Я его хоть и пропитывала молоком. Но... Вечер у нас продолжается. Вы знаете, несмотря на то, что у меня сегодня день рождения, но вот эта вот болезнь, вот эти сопли так не кстати, блин. Даже никуда не пошли. Вообще никуда. Поужинали. У меня сегодня... Ну, опять, ужин был простой. В целом ничего особенного. Я не наготавливала совершенно, потому что никто это не будет есть. Ну, ладно, еще там день-два постоит, муж у меня будет есть, а потом как бы... Ну, не хочет. Вот. Мы с Дианкой тоже немного едим, она меньше, а я чуть больше, чем она. Торт поели. И я же сделала капкейки. Два штучки Диана забирает в школу с девочкой поделится. А сколько, по-моему, 5? 6. 6 штук я завернула мужу. Я говорю, пойди отнеси папе. И мы там в семье брата. Вот. Так что я здесь смотрю это кондитер. Кондитер. Российская программа очень интересная, мне очень нравится. Первый сезон посмотрела взахлеб, второй смотрю, ну вот оно здесь, вангоинг, поэтому сейчас вышла третья серия. Третья серия. И, честно признаться, занимаюсь вышивкой. Вышивкой занимаюсь. Все это у меня идет достаточно медленно. Вот видите, так вот. Вот здесь я сейчас, вот здесь. Так что вот такой достаточно скучный вечер. Но я настолько таблеток напилась, что вот чувствую, что вот под вечер, кстати говоря, и вот начинает нос меня попускать. Ну, как бы, да, он заложен, но не так сильно. То есть я могу хотя бы дышать. Вот, и состояние нет вот этой ломки, нет вот это бросает в жар, в холод. Нет, вот это отсутствует. Короче, ладно, сходим тогда как-нибудь в другой день. Диана занимается уроками, повторяет, завтра у нее будет очередная контрольная или что, или по-другому, да, экзамен. Поэтому все при деле. Ашкам пошел. Со мной тут была Памук. Памук была. Диана ее забрала. Я говорю, ты ее возьми там, под одеяло положи, чтобы она прогрелась. В общем, вот такие вот дела. Не всегда бывают дни рождения веселые, как в этот раз у меня, да, в этом году. Ну, ничего страшного, зато очень много меня поздравило друзей, знакомых. Даже, знаете, вот те люди, с которыми мы уже не общаемся очень много лет. Так приятно, что они помнят о тебе, поздравляют тебя. Ну, вообще очень, очень приятно.
Вот. И это главное, что тебя не забывают, что тебя поздравляют, вспоминают. Конечно, это дорогого стоит. Так что, я, кстати, сделаю себе чай. Я покупала, помните себе тогда травяной? Ну, там всякие какие-то листики, кожурки, цветочки. И вот я его сделала, там, пока тут помоха тут у меня сидела, я это самое забыла про этот чай. Он там выкипел, что стал бурого цвета. Ну, так хорошо, знаете, настоялся. Вот, поэтому пошла пить чай. Вам всем спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите нас с Дианой. Вечерние развлекушки. Беляшей. Минош, прям так Минош. Лянь, Минош хотел резгяра укусить, Диан. Но он... У него же и научился. Минош. Разговаривает. О, господи, все. Резгяра надоела, убежал. Аж кем это, наконец-то я это... Добилась, купил 2 мешка картошки, надо просушить его. Не знаю, почему, надо спросить. Все, надоело Миношу, надоело. Нос у него аж багровый, вот так они наигрались. Отдыхай, отдыхай, Минош, отдыхай. Ляни, лапы красные. Ты мой кот, ну ты как играешь, ты всю душу отдаешь. 400 лир такая сетка. Блин, сколько килограмм, честно, забыла. Сказал, но я забыла. Вот, надо еще мешок лука взять. Ну, понятное дело, что там мешок поменьше. И еще бы хотела мешок муки взять в зиму. Вот такие у меня планы. Конечно, я бы хотела и морковки взять. Но это не буду уже набирать. Потому что... Ну, как ее хранить? Я вот, например, в Донецке всегда покупала картошку в зиму. Лук нет. Лук нет. Хотя нет, помню, как-то с мамой мы купили. Да, было дело однажды. Вот, а картошку всегда, всегда, всегда. Но, честно говоря, вот мы сколько жили в Хатае, даже никогда не задумывались о покупке в зиму. Времена меняются. В Турции не осталось ничего дешевого, поэтому возвращаемся к старому стилю жизни. Все, Миношек отдыхает. Мы сейчас даем помог лекарства. Антибиотик и, опять же, этот глюколь ей назначили с глицерином. Поэтому сейчас будем заливать 10 дней. У нас не получается просто так едать. Мы ее заматываем вот в эту пеленку. Я ей прикрываю глаза, чтобы она не видела, как я к ней приближаюсь со шприцом. Шприц без иглы. И мы ей вот это вот вводим. Иногда получается нормально, а иногда она как чувствует. Получается все мимо.